У нас все еще октябрь. Точнее, уже октябрь. И октябринки пользуются очень большой популярностью. Все это на елкиных октябринках, а елка сама под кустом. Да, сова? На подушке сидела. Здесь вот тоже, но здесь бабочек нет. Очень яркий куст, очень яркий. Надо еще досадить сюда будет. Чтобы они прям так полосой шли. А вот и овца. А я тебе совсем в другом конце искала участка. Ничего себе ты тут делаешь. Круги. Я к сове иду в гости. Ёленька. Насидела цветочков. Теперь у тебя куча всяких насекомых. Что у тебя лицо-то такое все время? Второе утро не угу. Но зато вечером нормально, да, скажи? Ладно, надо овцу домой загонять. Гусь лежит опять на полу. Марош, пойдем кофе пить. Хорошо, пойдем. Пойдешь домой?